Кошкинское интернет-телевидение. Ольга, рада видеть вас, во-первых, на сегодняшнем нашем мероприятии. Оно у нас становится уже традиционным, проводится не первый раз в Кошкинском районе. В общем-то, раньше проводили мы на сцене. Вот сегодня мы захотели приблизить всех к природе, к бардовской именно песне. Вообще, это мероприятие объединяет, как мы видим, людей разного возраста, разных национальностей. Но именно песня вот сегодня вас объединит, и мы хотим, чтобы ваши струны души горели сегодня, исполняли тепло, искренность. Судейская бригада в составе Фетисовой Дарьи, Тимофеевой Татьяны, Гук Марии, Никитенко Сергея, Юдина Екатерина. Будем оценивать, в общем-то, ваши таланты. Сегодня участников у нас немного. Все уйдут у нас с призами, награжденные. Пока, в общем-то, вы будете пропевать, у нас готовится уха, так что все уйдут сытые, да. И довольные. Каждый исполнитель исполняет две песни. Для подготовки вам нужно еще время? 2-3 минуты настраивайтесь, да, 2-3 минуты настраивайтесь. И первый участник у нас по жребию Арнольдовы, Анастасия Михаил. Через 2 минуты мы вас ждем на нашей условной сцене.